полная готовность, распределение по машинам и инструктаж, как правильно держать флаг, чтобы не задеть проезжающие мимо авто. Через несколько минут эта кавалькада напомнит самым забывчивым горожанам о том, что скоро юбилей области. Людей поздравить, что они живут в такой хорошей области. То, что, ну, какой-то праздник людям. Это все равно для всех праздник. По движению души, по движению сердца наша молодая гвардия и автомобилисты вот решили устроить такой автопробег в честь юбилея области. Просто привлечь внимание. А вот у беловских молодогвардейцев другая задача. Машины сделают остановки в самых людных местах города. Внимательно рассмотреть фото, немного напрячь память и узнать лица наших прославленных земляков предстоит беловчанам. Ну, некоторые отказываются отвечать на вопросы, но некоторые с удовольствием отвечают. Кого лучше всего знают? Ну, Малышеву. Прям все отвечают. Вот. По статистике у нас сейчас 47 человек на нее ответили. Актер Владимир Машков, телеведущая Елена Малышева, космонавт Алексей Леонов. И Йети, кстати, тоже в списке наших знаменитостей. Фу, пожалуйста, наш земляк. Пожалуйста, Леонов Алексей. Пожалуйста, наш земляк. Пожалуйста, наш памятник, который основателю. Это Михаил Волков, да, знатец. Это тоже, Машков, да. Машков Владимир, актер. Да. А вот это я не скажу. Это Йети. Да, прошу прощения, правильно. Да. Его заметили. Его... Старшее поколение эти вопросы не озадачили. А вот когда молодогвардеец Саша первый раз увидел этот список, знакомых лиц было меньше. Ну, не сразу, но потом, когда прочитал историю их не все, ну да, потом узнал, ну, вообще я знал вот этих вот. Малышева знал, ну и Михаила Волкова. Такой опрос прошел по всему Кузбассу. Самым узнаваемым лицом в нашем городе стала телеведущая Елена Малышева. И беловчане, и даже сами молодогвардейцы теперь знают людей, прославивших Кузбасс. А последние мечтают на 80-летний юбилей области увидеть среди них свои лица.